Ой-ой-ой, друзья, что же такое творится у нас? Ну, совершенно мир сошел с ума. Или еще кто-то сошел с ума. Мы с вами не знаю, друзья, что вам рассказать, но Путин поручил чаще отправлять россиян на исправительные работы. И каково вам? Исправительные работы – это сегодняшняя новость о том, что Путин поручил чаще отправлять россиян на исправительные работы. Ну, возможно, друзья, это именно и так нужно – исправлять россиян, их плохое поведение исправительными работами. А не попахивает ли вам это сталинским временем, когда исправительные работы были для миллионов и миллионов россиян? Ну, Советского Союза и ГУЛАГи. И ГУЛАГи вовсю работали. Это и были те самые исправительные работы. А строительство Беломорканала, ну что же, друзья, это и есть та самая исправительная работа. Возможно, наше государство также хочет идти сталинским путем. Ведь сталинские заветы, ну вы же хотите идти назад в СССР, а сталинские заветы не знаете. Прежде чем кричать «назад в СССР», друзья, вы поучите, изучите все сталинские заветы. А там как раз все строительства Беломорканалов и всяких-всяких заводов шло только за счет бесплатного труда россиян, за счет бесплатного труда советского строителя коммунизма. Все было бесплатное. А для того, чтобы это было бесплатно, его арестовывали прежде, а потом отправляли на исправительные работы. С Беломорканала никто не возвращался. Может быть, только последние строители. А так каждый месяц там умирали, друзья, не буду даже вам говорить, по-моему, 1,2 миллиона человек. Это на строительстве Беломорканала выдерживали, при том, что отсутствовало практически питание, выдерживали неделю, максимум две люди и умирали, работая без одежды специальной, работая в грязи. Особенно ведь строительство шло круглый год и зимой, и летом, и осенью в хлюпающей грязи холодной. Похлюпайте ногами босыми. И я посмотрю, как назад в СССР вы захотите. Во всяком случае, к этому идет тенденция. И Путин оправдал ваше доверие, друзья, и ваши чаяния и надежды. Он внимательный президент и прислушивается к вашему мнению, когда вы хотите назад в СССР. Он вам дает возможность назад в СССР. Но начните вот с этого, с практики применения исправительных работ в России. И нужно эту практику расширять, заявил президент Владимир Путин. Соответствующее поручение уже дано Кабинету министров, который ранее утвердил концепцию развития уголовной исправительной системы на период до 2030 года. Путин сообщил об этом на совещании членам президентского совета по правам человека в четверг. Сегодня какой у нас день, друзья? Четверг? Сегодня, Путин сообщил, дал вам такую прекрасную возможность назад в СССР вернуться. Ну что же, вуаля, давайте, дерзайте, исправительные работы, бесплатный труд, замечательный. Я говорю, Путин очень внимательный президент, он слушает ваши чаяния и надежды, и поэтому он осуществляет все то, что вы желаете. Вы только не понимаете, а он действительно осуществляет именно то, что вы желаете внутри себя. Вы кричите об этом в социальных сетях, в интернете. Пожалуйста, Путин, как хороший руководитель, он осуществляет ваши фантастические желания. Итак, по поводу принудительных работ. Так цитирует президента. «Считаю возможным расширить применение вот этого направления, связанного с исполнением наказания». Альтернативные заключению методы, по мнению Путина, нужно и для тех, кто уже принят в работу правоохранительными органами, но еще не осужден. И вот дальше такое словечко Путина, которое не знаю даже, как вам, друзья, ну вот не знаю, просто прочитаю. «Саживать находящегося под следствием человека за решетку часто совершенно неоправданно», сказал президент, добавив, что должны работать другие механизмы. Что такое «саживать»? «Сажать»? Ну, написано «саживать». Так дает издание. По данным швейцарского университета Лозанны,
Университета Лозанны на 2019 год Россия занимала первое место в Европе по числу заключенных в тюрьмах. Ах, ведь все назад в СССР захотели, а СССР именно этим и отличался, именно огромными миллионами заключенных в своих тюрьмах. Итак, Лозаннский университет нам рассказывает, что в Европе Россия занимает первое место по числу заключенных. Итак, в России 356 человек на 100 тысяч населения. Думаю, что это маленькая цифра. На самом деле цифра гораздо больше. Они ведь основываются на чем? На официальных показателях, то, что выдает наше государство. А если на самом делешном показателе, то показатели будут совершенно другие. Показатель выше из охваченных исследований стран имеет только Турция, как говорят, 357 человек на 100 тысяч. По состоянию на 1 августа в системе ФСИН функционировали 29 трудовых центров и еще 92 изолированных участка, куда с 2017 года могут отправлять лиц за преступление небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые. Но, как вы знаете, вокруг Москвы, вокруг других крупных городов построено огромное количество просто устрашающих учреждений, домов. Это дома даже нельзя назвать, это бараки, панельные дома барачного типа, так можно сказать, за колючей проволокой, куда до сих пор вход запрещен. Это страшные какие-то места, но, вероятно, как раз для таких людей, которых будут арестовывать. И, видите, это будет принудительный труд, где, да, это бесплатный труд. Ну что же, друзья, я еще раз повторяю вам, это заветы Сталина. На учете в таких учреждениях состоят 8,4 тысячи человек, приговоренных к принудительным работам. Еще 2,4 тысячи граждан ФСИН выделили для ликвидации дефицита кадров в различных сферах государственной деятельности. Рассказывал об этом в октябре замдиректора службы Анатолий Якунин. По его словам, более тысячи приговоренных принудительным работам заняты в сельском хозяйстве, более 700 осужденных в промышленном строительстве и еще более 700 в других развивающихся сферах экономики. Также изучается возможность привлекать осужденных к переработке твердых бытовых отходов и к реализации крупных государственных проектов, где в настоящий момент имеется нехватка трудовых ресурсов. Это будет не ГУЛАГ. ФСИН предложила массово использовать труд заключенных. Итак, друзья, мы просто с вами проглядели. Еще в мае этого года ФСИН предложила использовать труд заключенных на тех работах, к которым сейчас привлекаются трудовые мигранты. И можно было бы активнее использовать заключенных, предложил директор Федеральной службы исполнения наказания Александр Калашников. Недавно Владимир Владимирович Путин встречался с руководителями ближнеазиатских регионов Узбекистан, Таджикистан. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. «Ну вот мы реально можем предоставить», – сказал он на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. «Это будет не ГУЛАГ, а новые достойные учреждения». Директор ФСИН также обратился к омбудсменам с просьбой поднять эту тему во всех российских регионах. Человек будет трудиться в рамках общежития и снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату. О достойных зарплатах мы с вами знаем. Сталин обкатал эту систему прекрасно и показал, как она работает. А работает она вообще великолепно. Осужденных к принудительным работам можно задействовать на крупных объектах. В Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области. Да, в Байкал-Амурской магистрали. В таких лицах заинтересован и крупный бизнес. Золотопромышленники будут на вас ездить верхом. Но Магадан всегда имел огромное количество
осужденных лиц. Там люди долго не живут. Поэтому там никто работать-то особенно не хочет. Потому что в условиях Крайнего Севера добывать золото, мыть, ну, это очень сложно, друзья. Зато теперь будут вот заключенные заниматься. Ведь Магаданскую область все вычистили в 90-х годах, и она осталась пустой. Именно голодом заморили Магаданскую область, она осталась пустой. А теперь снова и снова в ГУЛАГе. Вуаля, жизнь Советского Союза. Назад в СССР. Бегом, 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 друзья. Кто ратует за назад в СССР? Давайте. Но ничего, друзья, можно же попробовать. Вы же этого хотели. И я считаю, вы это получите. Кто это хотел, кто за это ратовал, тот получит это по полной программе. В таких лицах заинтересован крупный бизнес. Видите, бизнес крупный не хочет платить, но заинтересованность есть в бесплатном рабочем труде. По данным университета Лозанны, Россия удерживает лидирующие позиции по числу заключенных в тюрьмах. Поэтому, друзья, именно на заключенных будут теперь выезжать заинтересованные бизнесмены. А как иначе? Именно эти проекты обсуждаются для осуществления правительством Российской Федерации привлечения заключенных к строительству, допустим, на БАМе объектов, да, Транссиб, в рамках крупнейшего инфраструктурного проекта РЖД стоимостью более 700 миллиардов рублей. 700 миллиардов рублей, но бесплатный труд заключенных. Прекрасно. Почему мы не построили коммунизм? Я никак не могу понять. Строили, строили и никак не смогли построить. Стройка, которая должна продлиться, это РЖД-стройка, до 2030 года и может быть профинансирована деньгами ПНБ, испытывает острую нехватку кадров из-за дефицита мигрантов, возникшего на фоне пандемии. Мигрантам надо платить, мигрантам надо предоставлять жилье или платить столько, чтобы они могли снять себе жилье. Что касается заключенных, друзья, то какое жилье? Бараки? Бараки построят и, пожалуйста, давай вперед. Бегом на работу каждое утро, пайка хлеба. Забыли об этом? Забыли о сталинских временах? Ну так вот, вам вот оно вернулось. А ведь сколько лет я вам подряд говорю именно это, что, друзья, прежде чем ратовать за сталинские времена, за возвращение, то узнайте, чем отличились сталинские времена, а потом кричите назад в СССР. В начале года РЖД договорились с Минобороны о привлечении армии на проект, заключив контракт на 2,5 миллиарда рублей. Видите, все бизнесмены ищут бесплатные рабочие руки. Что такое привлечение армии? Это значит, ваши сыновья будут трудиться совершенно жутким трудом, каторжным, надо сказать, трудом, там, вместо службы в армии. То есть они не будут проходить службу в армии, о чем вы, допустим, родители, мечтали, чтобы дисциплину им наладить, да, вашим мальчишкам. Они будут трудиться на строительстве узкоколеек. Помните Павка Корчагин? Не помните? Перечитайте, чтобы вы знали, как проходили строительство российских, вернее, советских железных дорог. Для решения проблемы российские власти рассматривают возможность привлечения осужденных из системы ФСИН. Этот вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина. Это еще было 9 апреля, по итогам которого РЖД, Минтрансу и ФСИН было поручено заняться созданием инфраструктуры для размещения зэков. Вуаля! Ну что можно сказать здесь, друзья? Здесь уже ничего нельзя добавить к тому, что уже сказано законом, законными действиями будут привлечены ваши родственники, да и вы сами можете совершенно спокойно оказаться, будут хватать любого и каждого и кричать, что ты нарушил, там ты стащил, там, а вы и ни слухом, ни духом. Ну, однако же, друзья, кто вас будет слушать? Вы помните, как это было во времена Сталина? Кто кого слушал? Пришли под утро, в 5 часов утра, в 4 часа ночи, в 2 часа ночи арестовали и... А значит, и депортации... Не за горами, друзья. Но почему бы не сделать депортации, когда нужно будет
выгнать, допустим, весь Крым, опустошить его. Придумают, придумают, каждому по статье повесят и целыми селениями будут депортировать на строительство российских железных дорог, потому что бизнесмены заинтересованы в бесплатной рабочей силе. А бесплатная рабочая сила где? Да в самом народе. Законодательная база для возрождения подобной системы уже готова в России. Я поздравляю вас, друзья, тех, кто мало думает о том, что такое назад в СССР. Мы пришли назад в СССР. Просто вы еще называете так страну, но она уже по действиям, по жизни своей, она уже назад в СССР. В заду СССР она уже находится как раз эта самая жизнь. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан. Не вешайте носа, друзья. Что еще остается делать? Человек безволен в большом обществе, тем более, когда иная система государственного управления переходит снова в обычную вам и знакомую, приемлемую сталинскую систему управления. Вы не жили при Сталине, и вы не знаете, что такое сталинская система управления. Вы только слышали, книжки читали, фильмы смотрели, и вам кажется, ничего, проживем. Но вот вы оказались снова назад в СССР. С чем я вас и поздравляю. Лозунги-то какие, а? Ну да, вперед, снова к коммунизму. А что вы будете строить? Конечно, только коммунизм. Вам нужно дать морковку. Хозяин даст морковку, сам сядет на вас, как на ишака, и вы будете всю жизнь идти за этой морковкой. Ну, такова жизнь. Ничего не сделаешь. Ничего мы с вами не сможем сделать, потому что к исправительным работам, друзья, будут принуждать многих. Вряд ли можно будет противостоять такой системе.